Всем привет! Перекипываем сено. Получилась такая проблема. Кипует как бы хорошо. Не то. Нет, такие по двадцатки точно есть. А вы закручивали? Откручивали. Ничего не закручивали. А что открыто? Ждете, когда все замерзнет, да? А зачем мне вязалку-то? Нет, ты крышку закрой, чтоб на вязалку. Да не накрывай ты этой пленкой, она не нужна, эта пленка. Нет, я накрою, чтобы... Не нужна эта пленка. Крышкой накрой, чтобы... Туда, потому что вязалка замерзает и начинает плохо работать. Давай, Игорь, ты крышку поставь. В общем, вон буксует. Мы осенью его перебирали, спалили как бы ленту одну и поставили... новую, сейчас он месяц отработал, где-то 1000 рулонов, и снова стал буксовать. Просто поставь крышку и включим, покидаем, посмотрим, как он буксует. Просто покажем. То есть он у нас стоит на 1000 оборотов. То есть он должен лихо. Да не надо болтов вообще. Просто чтоб масло. Ты и болты зачем там положил? Вот убираю. Молодец, все. Трактор включен у нас на 1000 оборотов. Пресс Форшрид, он сам по себе на 1000 оборотов. И сейчас перебираем, вот кипуем. Сейчас он заведет и посмотрим. Не газуй сильно! Да иди ты, блядь, с кадра. Давай. Больше, больше! Вот он начинает вставать, да? Вот он еле-еле, обороты одни и те же, а он еле-еле его проглатывает. Все, он глушит, сейчас мы его подтянем. Значит, ленту подтянем. Вылазь. Кино, наверное, там сидит, смотрит, да? Сейчас, так как у меня есть специально обученные люди, они сейчас будут натягивать ленту. Только смотри, что передние колеса отсюда. Нет, эти люди, они самое главное, видишь, у меня-то две, а у них как раз под это дело, да? Да. Так, чтобы нам натянуть ленту ВОМ, которая крутит, надо... Разобрать мост. Включил я ВОМ сейчас, получается, включен сейчас. Сейчас у нас ВОМ выключен. И натягиваем вот этот вот флажок, который ближе к навеске. Сейчас самое главное, это ключик. Чуть-чуть уже, но. Ну, чуть-чуть это не считается. Один вариант есть уже. Так, вот я сделал 1,5 оборота. Вот я сделал 2 оборота. Сейчас давай попробуем. Просто прикрыть ее. Да у вас сено есть? Нет. Давай, 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 давай. Да, прикрыть, потому что... Почему прикрываем? Потому что там шестеренка устроена так, что она его поднимает. Да, да, побольше, чтобы сразу посмотреть, будет буксовать он или нет. По идее, он просто не должен буксовать. Ну это может быть и лента такая. Пока не даю. Да, да.
мало, Миш, мало. Крутит, да? Может, еще полоборота? А изменился рычаг? Нет? Давай еще полоборота натянем. Подожди. Пускай прожует. Натяжки может быть, может меняться ход рычага включения, вон, выключения. Сейчас я еще пол оборота подтяну для уверенности. Но это скорее всего, что нынешние ленты такие, что сейчас у нас он выключен, вон. А, значит, я подтягиваю ленту, ту, которая выключена. А вы напишите в комментариях, правильно ли я делаю или нет. А, Игорь, правильно или нет? Не профессор. Давай все-таки не пол оборота, а уроним туда ключно. Посмотрим, что с лентой. Его перемолоть. Кого? Перемолоть. Задний мост, да? Ну, это херня, да? Так, мне кажется, оборот будет много, надо попробовать. Вообще, включится он или не включится, и как это будет выглядеть, чтобы 100% уверенно. Потому что на самом деле его очень трудно снимать, эту крышечку. На... У нас-то уже этот вал спилили, а на тех тракторах снова, вот старого образца с этой кабиной, на... да и с большой кабиной, там идет вал, который очень тяжело открутить. Вот звук трактора меняется, а пресс крутит как положено. Потому что у меня в поле было, когда сильно много он захватит, но это редко, конечно. Вставал трактор, то есть останавливался, приходилось назад его... Все, Игорь. Сейчас подождем, чтобы он проглотил, прокрутил, вдруг вязалка сработает. Нельзя останавливать на вязалке. Было у меня в поле, он заглох даже, то есть сильно много было. Нож мы поправляли на поршне, а так не был он поправлен, и у меня он заглох, пришлось назад крутить маховик. На, Игорь, ключ. Пришлось назад крутить и с разгона его, чтобы он прорезал этот сено в камере. И тогда пошел. Я уже как бы, ну это по неопытности, знал, что... Сегодня ошибок не дает? Он бывает, блин, то ли от погоды, ну выработка все равно. Сколько он у меня уже, наверное, 1020 отхреначил кип. Сезон-то по-любому делаем 2-3. Он у меня уже почти 5 лет. Ну ладно, вон показал на этом. Еще, Миш, могут быть плотные. У нас одна сторона в резьба херовая, мы откручиваем вторую. Получается сильно плотные. Плотность регулируется вот этими рычагами. Но бывает еще плотность увеличивается из-за того, что он упирается в кипы. Миша, слышишь? Да-да. В
кипы упирается и не дает свободно вылазить кипы, и она будет тяжелее. 11. Еще рулон не пропущен. Ну, по 20 есть, тяжелые они, да? Да. Ну ладно, нормально. Все, Игорек, теперь поставить. А помнишь, как снимали, когда там вал был на? Так вон, на том же снимали. Ну, обрезали этот вал на. Ладно, все. Еще 4 рулона там осталось. Не все привез, потому что некуда потрошить. Здесь 3 стояло.